Всем привет, с вами снова Алина, и я решила продолжить на своем канале серию видео о трендах. И сегодня хочу поговорить с вами о трендах в сфере обуви, но не обо всех, а только о тех, которые действительно можно носить. Ведь не секрет, что зачастую дизайнеры могут предлагать уж очень эпатажные модели, которые уместно смотрятся только на подиуме, а в реальной жизни могут вызывать некоторое непонимание со стороны окружающих и даже, возможно, сомнения в нашей адекватности, если мы надеваем эти вещи. Итак, давайте начнем и обсудим 7 самых актуальных и, главное, носибельных трендов этого сезона. Первый тренд – абсолютный лидер, и вопрос его актуальности даже не обсуждается, потому что это обувь красного цвета. Здесь не так важен оттенок и форма обуви, хотя, признаюсь, в этом сезоне дизайнеры отдают предпочтение именно красным высоким сапогам. Красный цвет обуви, который долгое время ассоциировался с чем-то пошлым в нашей стране, становится фаворитом и главным элементом в гардеробе настоящей охотницы за трендами. Не бойтесь экспериментировать с оттенками – бордовый, насыщенно-красный, алый – все эти тона будут на пике моды в этом сезоне. Хоть дизайнеры и готовы поклоняться в этом сезоне полностью инкрустированной стразами обуви, мы-то с вами понимаем, что это не просто непрактично, но еще и абсолютно неносибельно. Выход есть, если подобные модели вы тоже предпочитаете лицезреть только на подиуме, то альтернативой могут стать блестящие модели, то есть под золото, серебро или бронзу. Совсем не обязательно, чтобы такие модели выглядели так, как будто бы вы сорока, при правильном подборе всего образа, и эта обувь может стать вашим спутником на этот сезон. Удивительно, но кроме супер-женственной обуви, в этом сезоне дизайнеры предлагают нам поэкспериментировать с противоположной, с массивными ботинками и сапогами, напоминающими такие брутальные мужские. Подобная обувь не обязательно должна заставить вас пересмотреть свой гардероб, ее вполне органично можно сочетать с джинсами, свободными платьями и юбками. Заклепки, платформа, высокая шнуровка – все это также присутствует в трендах сезона. Любители помпончиков, к которым я, кстати, тоже отношусь, могут возрадоваться, потому что в этом сезоне на пике популярности модели с меховыми вставками снаружи. Они могут быть представлены в абсолютно разных формах и не только в виде помпончиков. Не обязательно, чтобы это был натуральный мех, сейчас очень много вариантов, которые выглядят достойно, главное знать, где искать. Как правило, какую-то необычную трендовую обувь я ищу в интернете, в онлайн-магазинах, и я уже говорила, что всегда, когда я что-то покупаю в сети, я использую кэшбэк-сервис. Я пробовала разные, и последние свои покупки, в том числе вот эту вот обувь с помпончиками, я покупала, используя сервис Smarty Sale. И если вы до сих пор не используете кэшбэк, то вы просто оставляете свои деньги где-то в интернете, хотя реально могли их получить. У Smarty Sale, например, есть расширение для самых популярных браузеров, с его помощью супер удобно начислять кэшбэк, к тому же очень большой выбор способов вывода денег, даже на счет мобильного, и высокие ставки по самому кэшбэку. В описании я оставлю ссылку на сервис. По ней вы сможете увидеть огромный список магазинов, в которых начисляется кэшбэк, и скачать расширение, чтобы всегда быть в курсе, какой кэшбэк вам начислится за покупку. Еще один тренд, который ранее считался чем-то пошловатым, теперь можно носить со спокойной совестью, и говорю я сейчас про так называемый звериный принт. Конечно, зебра, леопард и тому подобные расцветки очень капризны в носке, и нужно очень тщательно подбирать образ, чтобы не смотреться вульгарно. Лучше, если вся ваша остальная одежда будет максимально спокойной, а обувь будет играть роль акцента. Так что, если в душе вы всегда чувствовали себя хищницей, то это однозначно ваш сезон. Если отбросить цвета и говорить только о форме, то однозначно самой почитаемой были как раз таки ботфорты. Причем в тренде разные виды голенища, что позволяет девушкам с абсолютно любым типом фигуры подобрать себе идеальную пару. Ну и конечно, если модель будет очень хорошо утеплена, то в условиях нашего климата это будет точно один из самых носибельных трендов. По-моему, это обувь из разряда «каждая девушка хотя бы раз в жизни должна попробовать ее поносить». И уже не первый сезон актуальными у дизайнеров и наших модниц остаются ботильоны на шнуровке. Шнуровка зачастую хороша еще и тем, что помогает, например, регулировать объем голенища, а значит делать нашу обувь более универсальной. С помощью подобной обуви легко можно создать как более женственный, так и более грубый образ, так что лишней в вашем гардеробе она уж точно не будет. В принципе, это и были основные тренды в обуви, которые может носить любая девушка и при этом как-то не эпатировать окружающих. Напишите в комментариях, какой-то
бренд понравился вам больше всего, может какой-то вы уже носите, какой-то вам нравится, а может вам не нравится ни один из трендов. Если вам понравилось это видео, не забудьте поставить ему большой палец вверх, мне будет очень приятно, и я быстрее выпущу следующий ролик. Не забывайте подписываться на мой канал и нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать обновления. Ну а с вами была Алина, увидимся в следующем видео. Пока!